Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbow Loom TV. И сегодня в нашем видео я вам покажу, как плести вот такой вот браслет «Восход солнца» с вот таким вот переплетом по бокам и с нашей косичкой в середине. Вот так вот. Для нашего браслета «Восход солнца» нам понадобится наш ручной станок. Резинки желтого цвета и фиолетового цвета. И наш крючок. Итак, приступим. Берем резинку фиолетового цвета и накручиваем ее на один столбик три раза. Раз, два и три. Теперь берем еще одну резинку фиолетового цвета и накручиваем два раза. Вот так вот одеваем восьмерочку и на два столбика. Вот. Теперь берем резиночку, опять же фиолетового цвета, но уже не закручиваем ее ни восьмерочка, ни три раза, а просто одеваем наверх. Вот так. Берем крючок и вытягиваем снизу резиночку, которую закручивали в три оборота, и серединку ее. Вот так вот. Опускаем вниз. Берем желтую резиночку, одеваем на два столбика. И те резиночки, которые мы закручивали, ту резиночку, которую мы закручивали два раза, мы ее также вытягиваем и на серединку. Вот так вот. Опускаем резинки вниз. Берем теперь фиолетовую резинку и желтую резинку также одеваем. У нас на наших столбиках по 4 резинки. Фиолетовая, оранжевая и фиолетовая, желтая. Вот. И теперь нижние резиночки мы вытягиваем низу в серединку, так чтобы желтая резиночка была у нас вот в центре, а фиолетовая сбоку. С левой стороны также само мы вытягиваем две наши резиночки и также само распределяем. Здесь вот поправляем вот так. Вот у нас получилось две желтых в серединке и две фиолетовых по бокам. Теперь берем, вводим крючок между первой парой резинок, желтой и фиолетовой, в середину, под желтую, желтую оттягиваем. И кончиком крючка захватываем фиолетовую резинку с левой стороны. Вытягиваем ее и одеваем на левый столбик. Вот так. С этой стороны так же самое. Мы вводим крючок под желтую резинку, захватываем фиолетовую резинку и вытягиваем ее на наш столбик. Вот так вот. Опускаем вниз резиночки. Берем фиолетовую резиночку, просто одеваем ее. И резиночку, которую мы только что вытягивали с серединки, мы снимаем просто обычным нашим образом нашу серединку. Вот так вот. И теперь у нас начинается наша последовательность. Та, которая продлится до конца нашего браслета. До нужной нам длины. Мы одеваем желтую резинку на наши столбики. У нас по 4, по 2 пары, по 4 резинки на столбиках. Нижние две резиночки мы вытягиваем в серединку, так чтобы желтая была в центре. С левой стороны мы делаем так же само. Теперь вводим крючок под желтой, захватываем фиолетовую и одеваем на левый столбик. С левой стороны так же само, под желтую,
фиолетовую захватываем и одеваем на столбик. Берем фиолетовую резинку, просто одеваем, и резиночку, которую мы снимали, вытягивали с серединок, просто пускаем в серединку таким вот образом. Вот такая вот у нас последовательность нашего браслета, нашего восхода солнца. Вот я вам покажу сейчас, что у нас получается. Сейчас вытяну. Вот такой вот у нас переплет. Вот. Вот такая вот у нас здесь появляется уже понемножку косичка. И продолжаем так дальше. Я покажу еще раз нашу последовательность. Одеваем желтую резиночку. Нижние резиночки мы достаем в серединку с правой и с левой стороны. Вводим крючок под желтой резинкой. Захватываем фиолетовую резинку. Одеваем ее на столбик. Теперь с левой стороны под желтой захватываем фиолетовую резиночку, надеваем на столбик и теперь одеваем фиолетовую резинку, и вторые резинки мы достаем вот так. Итак, до самого конца, до нужной нам длины, мы вот такой вот последовательностью плетем наш браслет. Наш браслет восход солнца до конца нашей, до нужной длины сплетен. И теперь я вам буду показывать, как мы его будем заканчивать. Берем крючок и вводим между первой резинкой, верхней фиолетовой, под желтой. И вытягиваем нижнюю фиолетовую резинку снизу на серединку нашу. С левой стороны так же самое. Под первую резинку, под второй желтой и третью резинку снизу мы вытягиваем на серединку. Вот так вот немножко подтягиваем. Теперь нижнюю желтую резинку и фиолетовую резинку мы одеваем на один столбик с нашими резинками. Для лучшего удобства, чтобы одеть нашу эсклипсу, мы возьмем и оттянем наши резиночки, одев их на два столбика сразу. И одеваем нашу эсклипсу на наш браслет. И снимаем с собой столбик. Так, поправляем здесь вот. Вот. С другой стороны мы находим нашу резиночку, которую мы делали три оборота наших на наш один столбик. Вот так вот одеваем нашу клипсу. И наш браслет восход солнца готов. Вот так вот он выглядит. Такой вот переплет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.